поликлинике Краевой клинической больницы имени Сергеева кардиологи принимают тех, кто уже перенес операции на сердце и сосудах, и тех, кто находится в группе риска. В нашем поликлиническом отделении работает 5 докторов, 5 кардиологов, поэтому в день принимает каждый доктор около 20 пациентов. Рядом находится кабинет электрофизиологических исследований. Там проводится программирование кардиостимуляторов, электрофизиологические исследования, холтеровское мониторирование, суточное мониторирование артериального давления. Поликлиника – часть кардиодиспансера. Это позволяет вести пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, контролируя их состояние здоровья на всех этапах, а также проводить исследования с помощью высокотехнологичного оборудования. Мы делаем им в том числе исследования на СКТ, на МРТ и выполняем контрастные исследования. И это нам позволяет диагностировать, оперировать людей, не доводя их до инфаркта, до инсульта, до ишемии нижних конечностей. Мы с гордостью можем сказать, что за прошлый год у нас минус 200 ампутаций нижних конечностей только. В августе в клинике появился новый томограф. Сейчас готовится к установке еще один ангиограф. Новое оборудование позволит проводить еще больше оперативных вмешательств. Кроме того, клиника уже получила программное обеспечение для переносных электрокардиографов, которые она направит в службе скорой помощи. Эти современные приборы смогут передавать данные ЭКГ из машин прямо в больницу. Так сокращается время на диагностику пациентов, у которых назревает сердечно-сосудистая катастрофа, и больница заранее может подготовиться к необходимой операции. Каждая машина будет снабжена в ближайшие, вот буквально 2-3 месяца в городе Хабаровске аппаратом ЭКГ, и мы будем видеть все ЭКГ, которые снимает скорая помощь. Соответствующим образом мы будем влиять на бригаду, которая выезжает на прием. Потому что в круглосуточном режиме у нас будет находиться в дежурстве врач-кардиолог и функционалисты, и они будут принимать немедленное решение о тактике ведения этого пациента. Теперь после выписки стационара пациентам не нужно ездить в поисках аптеки, где они могут получить бесплатные лекарства. Специализированный киосок открылся в самом здании поликлиники больницы имени Сергеева. Перерыв лечения – это может чреват грозным осложнением, тромбозом стента, поэтому препараты нужно пить непрерывно, без перерыва, чтобы не было пауз. Поэтому для пациентов это очень важно вовремя принимать следующую таблетку, особенно для жителей отдаленных районов Северного края. В кардиодиспансере пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся на постоянном контроле врачей и получают комплексную помощь. Благодаря такой работе в стране ежегодно снижается число инфарктов и инсультов. Марина Рожко, Константин Гнетов. Смотри, Хабаровск.